Так, крылья вырезала из ПВХ. Вот, в общем, обычными ножницами. Вот кусок ПВХ. Дальше. Поверх. А тут я скрепила скотчем. Просто скотчем взяла и залепила. И срезала лишнее. Поверх я нарисовала, чтобы видно было, что это крыло вообще. Вот оно хотя бы по коже. Потому что просто позначено неинтересно. А так хоть сразу видно, что это пчела. Вот. Дальше вот готов тут цветочек. Это лепестки в виде ноток. А это породидельбук, это стебель. Породидельбук это в виде листочка. Лист зеленый. Он, кстати, такого цвета, бирюзового, похож очень. Лапки. Это просто какой-то то ли шнурок, то ли какая-то резинка, не знаю. Что у меня было, то и взяла. Она была длинная, вот я ее разрезала на несколько частей, чтобы было 6 пар. Ой, ну 6 пар. 3 пары лапок, это 6 штук. То есть, а мотана просто проволока, чтобы держалась. Проволока вот такая. Покупала в Альбе, если надо, могу рассказать, где это, что это. То есть мне очень нравится, тут прям целый моток в черной проволоке. Конечно, лучше, чтобы было это не обматывать, а какая-то, чтобы толстая была проволока, но такой у меня нет, а поэтому обматываем вот так. Просто поверх вот так обмотали и все, чтобы она форму держала. Так. Рисую я профессионально боди-арт. Вот такой вот боди-арт. Заказывали в Харькове, я тоже надо скажу, где. В общем, тут черный цвет, вон желтый, я уже приготовила. Водичку, салфеточка, чтобы руки вытирать. Еще отдельно у меня есть карандаши для боди-арта. Тут мне серый понадобится цвет. В общем, вот основные цвета. Серый, черный, желтый, белый еще. Вот белый, тоже такой же боди-арт. Тут что-то еще написано очень мелко. Если даже прочесть не токсично, то есть для боди-арта специальные краски. Так, все, приступаем рисовать. Так, вот изолента прилепили. В общем, вот это пока зародыш пчелы. И волосатая, как сказал Олег, что она волосатая, кавказская пчела. Волосатый пчел. Гордый, горный волосатый пчел. Ну, я сейчас тут ей блик сделаю, что это вообще-то глаз. Один и второй.